Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы идем искать самоцветы. Самоцветы. Называется гранат. 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 Пытался все вспомнить. Вот мы взяли инструмент. Лопату. Лопата, молоток. Зубило. Еще одно по бетону. И очки, чтобы безопасно все это делать. Вот. Приехали в Китильское месторождение. Да. Вот, сейчас здесь будем копать. Вот лес. Там тоже лес. Надо искать скалы. Сейчас будем искать скалы. Пойдем по этой дороге, по заброшенной. Вот, сейчас пойдем по заброшенной. Немножко пройдем. Блин, как жалко, что у меня фотоаппарата нет нормального. Вот скала. Скала. Так надо ее подолбить. Нет, в скале должны быть прожилки какие-то. Даже ее не ковыряет никто. Не, ну вот здесь отколоты же вот куски. Да, проверяли? Сфоткал вот эти классно расти. Дайте мне что-нибудь ковыряться, что ли? Который я видел гранаты. Вот в какой породе? Ну, ты видел? Там гранаты. На фотках, которые показывали, там в каком-то более желтоватом таком камне, типа песчаник. Тут большая прям скала. Тут почему черные? Кто-то мох содрал, что ли? Как зарос, как вот в джунглях. Пахнет грибами, кстати. И вон грибочек растет еще вон. Вот грибочек. Да. Ну что, там есть месторождение? Черные камни, как везде. Слушай, ну на фотке там вроде, которую, по-моему, Наташа показывала, там прям какой-то навес был сделан. Ну вот скалы, где жил это здесь? Ой, такой же камень. Нарублена, такая порода. Красиво так нарублено. Интересно. Мягкие какие-то такие. Они колются, если молотком ударить. Вот. Ну. Да. Причем я нашел его в куске, который просто валялся на земле. Я его решил расколоть. Слушай, ну похоже, да. Прям реально. Надо брать просто куски, крупные особенно. Подбирать с земли и колоть молотком вот так вот. Я думаю, надо так сделать. Два человека ищут крупные такие вот куски. И один сидит, колет их. Оп, смотри, вот еще. Тут с одной стороны торчит такая горошина, вот я от нее откал кусок. Жалко. И здесь, кажется, вот еще один. Ну давай, расковыряй. Ну это так, что-то просто. Камни вот возьми, вот камни стучи. Не ковыряется. Ну вот, наконец-то удалось найти в скальной породе гранат. Прямо в скальной породе. Отстучать его. Не знаю, видно здесь или нет, но я его случайно расколол. Да, обстукивался он, вывалился. Вывалился вниз. Куда-то. Вот. Вот от него кусочки. Кварца. Вот такой вот такой. Так, ну-ка посмотрим еще, где здесь еще, что можно побить. О, ну, раскололся, откололся кусочек маленький. Кусочек оторвался. Нужно не повредить. Вот оно. Во сколько мы обратно должны выдвигаться, чтобы...
успеть приехать вечером? Ночью? Не знаю. Что, блин, потеряли? А? Все заняты своими делами. Кто-то использует инструмент не по назначению. Нормально. Кто-то варварски крошит. Кто-то варварски крошит. Гранаты. Да, хорошо. Какой грибочек. Вон, там есть. А чайку попить. Там есть, я говорю. Смотри, тут другая порода совсем, да? Это другое вообще. Угу. Как здесь может быть? Может, мы не туда приехали? Это уран? Черт. Офигеть, классно. Кварц. Ну там еще какая-то скала. Только я не вижу гранита. Ой. Граната. Граната я не вижу все равно. Так. Здесь. Где еще? Может быть, если вот, вот так вот. Вот еще. Что еще здесь? Мог убрать? Вот. Что это? Вот. Это он? Ты уверен, какой-то белый какой-то, непонятно. Что это? С красным. Где? Ну красный, это же внутри. Ну не знаю. Ну да, ты чего? А эти что за пупырки, думаешь? Ну вот эти пупырки. Нет, более вот этот, похожи. По-моему, вот этот, по-моему, классный. Ну хорошо вот. Так а как его сюда достать? Подколоть. Там порода. Нужно еще здесь посмотреть. Порода твердая. Под мхом, смотри, тоже красненький, это же попадается. Че, какой камень? Ну тоже кварц, не? Фиг знает, может быть. Стативчик маленький. Стативка какая-то. Вот. Такой вот. Удалось найти. Вот. Вот еще один. Этот камушек. Сейчас попробуем его обколоть. Вот оно. Вот с другой стороны. Да. Вот с этой. Да, целиком все вытащилось. Придерживай. Какая ящерка прикольная. Она хочет убежать. Ого. Классная. Будешь есть ее? Конечно. Давай. Хватаем вот так вот за шейку. И вот этот хвостик так. Ага, все съел. Выкушаем. Вон какие кусманы отколотые есть. Хотя, может быть, ее, знаешь, как вот этот откалывали пласт. И просто выколупывали вот эти вот. Смотри, какие нравятся. Видишь? Что, она повернулась? Ну, она прям вот так вот. Забоялась. Она заинтересовала кузнечика. Знаешь, сейчас будет есть. О, он ее укусил! Ты видел? Он ее укусил! Я поглажу. Да ей-то особо что убегать. Она уже ручная стала. Вот, видишь, смотри. Выемки, видишь? Да, вижу. Значит, есть они тут. Есть, значит, в этой природе. Понимаешь, вот так вот ползать. О, прикольно. Вот он. Что такое пупырчатый? Ага. Как-то странно. Да. Давай попробуем этот кусок отколоть. Давай. Например, пожалуйста, будьте так прибежать. Но на юге, в Туапсе, Краснодаре, вот здесь.
Вот здесь очень много. Вот. Мне кажется, тут такая же ерунда. Нет, я лучше обработаю дома на станке. Да, да, да. Все. Ну что, поехали назад? Реально, они откалывают. Это туристы точно, туристы привезли. Фоткают. Точно туристы. Смотри, с той стороны туристы. Реально. Ничего, мы все собрали уже. Инструменты.